обнимайте детей сейчас, без какой-то особой причины, просто, что они есть у вас. Обнимайте и дочку, и сына, и неважно, сколько им лет, кризис возраста, все отговорки, если времени вечно нет, все равно обнимайте ребенка, не откладывайте на потом, не берите на это отсрочку, перед тем, как сесть за столом, обнимайте и сына, и дочку. Это истине тысячи лет, но не можем никак научиться. Дети – наш негасимый свет, смысл жизни, души – частица. И не ждите какой-то знак, ни пятерок, ни тестов, ни баллов. Обнимайте детей просто так, ведь на это и жизни мало.